сожалению, онкология – это проблема номер один в нашем мире, особенно что касается деток. И мы с Валерием Чевляевым не могли пройти мимо этой темы. Мы рассказывали детям о том, как делались мультики раньше и как делаются сейчас. Здесь есть детки, к сожалению, с неутешительным диагнозом, и мы сегодня будем дарить им компьютеры, гироборды, планшет. Что меня сюда привело, это прежде всего замечательная идея вашей землячки Зарины Арчаковой, кинорежиссера, продюсера, мультипликатора. Вот ее очень интересует эта проблема, проблема детей, которые болеют, проблема маленьких героев. Вот. И она сделала замечательный проект, мощный такой, где будет моя творческая встреча, где будут встречи с неравнодушными людьми и вот такие вот будут встречи с детьми. Отказаться я не мог. Вот такая идея. Главное, она чистая, прозрачная и хорошая. Ку-ку! Кристинка, привет! Ты меня помнишь, мы приходили? Я тебе тут вкусняшки принесла разные. Там бананчики, печеньки, все вкусное. Держи. Шо? Спасибо. Пожалуйста. А это вот такой мультик, он выйдет скоро на экраны. Я продюсер этого всего, я этот мультик делала с большой командой. И вот там блокнотик будешь рисовать. Я знаю, ты любишь Губка Боб. Сколько тебе лет? Скоро будет 5. 5? А какая твоя мечта? Вот о чем ты мечтаешь? О гироскутере. Гироскутере? Вот это, который такой кататься, да? Да. И ты сумеешь кататься так? Да. Ну, тогда мы исполним твою мечту. Дядя Пират, в студию! Это тебе. Наших друзей держи. Он тяжелый. Тяжелый. Как? Спасибо. Вот так вот. Про це ми знали в 17-му році, в листопаді. Перед цим ми дуже часто хворіли. Після очередного нашого бронхіта у нас показники крові не приходили до норми. Потім ми звернулися сюди, нам зробили общий аналіз крові, на другий день нам зробили пункцію, підтвердили, що у нас лейкоз. Ну, вона дуже хотіла, вона вже давно його хотіла. Просто зараз планшети, то по інтернету можна що хоче видивитися, аби не було цих інтернетів, планшетів, то дитина й не знала про таку штучку. А це дуже нас просила, давно-давно просила, вже вона так хотіла його. Ну, ви щасливі, що вам такі? Да, я, наверное, щасливі, ніж Кристина. Какая у тебя мечта? Что ты хочешь? Быстрее выздороветь. Это правильная мечта. А еще вот, может быть, что-то тебе такого вот хотелось? Планшет. Планшет? А для чего? Чтобы смотреть игры в Ютубе? Смотреть фильмы, какие-то мультики. Гош, вот тебе передал один добрый волшебник вот такую штуку. Планшет. Гоша болеет уже с 2009 года. Это очень долго. И были у нас какие-то маленькие победы, были поражения. Вот, но у Гоши такой характер, он каждый раз думает о чем-то положительном. Поэтому у него каждый день начинается с того, что я буду делать завтра. Как ему подрывался, подрывался? Я думаю, очень. То есть он даже не ожидал. Ну, я не знаю, как мы сегодня. Будем, наверное, не спать. Откапаем антибиотик, да, и потом будем веселиться, не знаю. Замечательная встреча. Добра с добром. Добрый дядя пират из острова Сокровищ. Он же Золотой Гусь. Он же замечательный актер. Встречался с очень мужественными детками, которые борются с тяжелыми болезнями. Но глаза такие жизнерадостные. И очень хочется, чтобы они победили.